Михаил Захаров в прошлом году снова возглавил сборную Беларуси. Съездил с ней на 2 турнира и 2 турнира выиграл. Далеко идущие выводы делать пока не будем, потому что главные экзамены впереди. Чемпионат мира в Швейцарии, олимпийская квалификация и уже домашний чемпионат мира. А самые ближайшие планы – турнир в Попраде. Захаров известен как хороший переговорщик. К нему приезжают все сильнейшие. А сейчас на сборе двое возвращенцев – Шосток и Кадола. Парни с российскими паспортами, но белорусскими корнями. Спросим, помогут они сборной? Я вам объясняю, почему хоккеисты в свое время меняли белорусские паспорта. Он хочет играть в МХЛ. У нас уровня МХЛ нету. Все это прекрасно понимают. Или есть? Люди, которые сняли команду МХЛ, Рачковский, для чего он это сделал? Задайте ему вопрос. Шостаку, чтобы попасть в МХЛ, ему говорят, ты должен играть только под русским паспортом. Что ему играть, в чемпионате пивной кружки или в МХЛ? Как? Где лучше? Любого хоккеиста скажите, вы лучше в МХЛ. Любого тренера спросите. Я хочу, чтобы мой игрок сборной молодежной играл в МХЛ. Он будет лучше готов. Это «Спорткадр». Здравствуйте. В студии работаю я, Николай Стула, потому что мой коллега и напарник Павел Капуцкий сегодня отмечает 30-летний юбилей. И, надеюсь, наш юбиляр в этот момент абсолютно счастлив. Смотрите в программе. Я не стесняюсь. Надо быть в тройке. Торпедо «БелАЗ» всерьез хочет быть в тройке, и под такую задачу ему не подошел даже бывший игрок «Глазго Рейнджерс». Ты, говорит, спроси у него там через переводчика, как он с «Динамо Киевом» сыграл. Как Белькевич обыграл Вангала и шутил над ним. Новая история об одном из лучших футболистов Беларуси на турнире его памяти. Пятерки Европы, я считаю, это реальная задача. Давайте познакомимся. Новый тренер женской сборной о потолке белорусского волейбола. Раз вы нам грунт, значит, мы вам покажем мега-игру на грунте. Отсутствие Азаренко и неудобный грунт. Что ждет белорусок в полуфинале Кубка Федерации в Нидерландах? Конго, Буркина-Фасо, США, Венгрия, Нигерия. Если вы увлекаетесь белорусским чемпионатом, значит, у вас все в порядке и с географией. Потому что к нам сюда за длинным легионерским рублем едут люди со всего мира. Они дают интервью, рассказывают о культурах своих стран. Если взять вот эти 5 упомянутых иностранных государств, то их граждане на неделе собрались в Жодино на небольшом межсезонном турнирчике, чтобы заработать контракт. Но наш корреспондент Павел Капуцкий, опять он, больше интересуется текущим моментом в «Торпедо БелАЗ». В прошлом году в команде было много лишних людей и не было результата. К чему готов Юрий Пунтус сегодня? Ведь он объявил автозаводский проект последним в своей карьере. Пятница. «Торпедо» играет против «Немана». В центре защиты у жодинцев бывший игрок «Глазго Рейнджерс». В Шотландии молодой футболист тренировался с «Основой», но не дотерпел, не доработал до стартового состава. Камиль Викторский вернулся на родину, а местные врачи сказали: «У тебя проблемы с сердцем». Пришлось сделать паузу в карьере, хотя потом оказалось, со здоровьем все нормально. Я был молодой. В 16 лет поехал в «Глазго Рейнджерс». После тренировочных игр клуб предложил контракт, и я пробыл там 3,5 года. Я думаю, уровень чемпионата Беларуси примерно такой же, как во втором польском дивизионе. Я хочу изменить свою жизнь, свою футбольную карьеру, и выбрал «Торпедо». С 2017-го он играл за Подбескидзе из второго по силе польского дивизиона. Был основным защитником, но в начале этого сезона место потерял. Зимой расторг контракт с претендующей на повышение в экстраклассу командой и переехал на просмотр в Беларусь. У меня пока нет контракта. Я думаю, после этой игры тренер решит, хочет меня видеть в команде или нет. Я жду решения от клуба. У него в 15:00 самолет, так получилось. Поэтому он первый тайм отыграл, и как бы уже его повезли в аэропорт. Сегодня у нас будет анализ этой игры и, в частности, его кандидатуры. Вот, конечно, мое слово последнее. Тренер подумал и не взял польского легионера. О решении футболисту сообщили через агента, хотя обычно Юрий Пунтус поступает иначе.
Практика такая в основном, что главный тренер говорит кому-то из своих помощников или начальнику команды и говорит: ты Ване, Пете скажи, что тренеру ты не понравился. Я как-то всегда в глаза футболисту говорю и хорошее, и плохое, и то, что он заключает контракт, и то, что мы с ним прощаемся по каким-то причинам. Вот вчера мне это предстояло с 8 футболистами сделать. Это не очень такая приятная процедура. Смотрины во время «Белазовца» устроили 6 команд высшей лиги. Хотя желающих поучаствовать было еще больше. В Жодино на такое расширение не пошли. А вот снег в первый день турнира пошел. Белое поле не помешало забить за будущего победителя турнира «Слуцк» 21-летнему нападающему из Буркина-Фасо Абдулу Гафару. Целый январь не было снега у нас, и вот неожиданно в первый день турнира. Но это уже стало традицией такой, потому что снежок такой обычно у нас. Ну, мы были подготовлены, появились и красные мячи, скажем, и чистили поле в перерывах между таймами. Прежде чем пригласить, мы так делаем, мы досконально просто изучаем футболиста, поэтому ни одного, как мы говорим, не футболиста, а у меня в жизни и такие были ироничные случаи, что приезжали, и ты задаешь вопрос, может, он перепутал вид спорта, а кто-то его из агентов не прав. Направил. И такие были случаи. Поэтому вот все футболисты, даже с которыми мы простились, они добротного качества. Юрию Пунтусу тяжело. В конце прошлого сезона его отставки требовали свои же фанаты. Болельщики критикуют тренера за устаревший подход к работе. У нас сегодня такое время, вот это время критики через интернет. Если бы они критиковали, пришли на тренировку, вот как вы со мной глаза в глаза и мне рассказывали, это было бы нормально, у меня был бы повод им объяснить, почему это, что свое это. А когда это за глаза говорится, не хочется это читать, эту грязь. Самое главное, она просто грязь. Никто же не пишет ни на одно действие, что это хорошо. Обыграли 8-0 Молодечина, значит, Молодечина была слабой, а Жодина как было слабой, так и осталось. Такая информация. Поэтому я просто хочу заняться своей работой, дождаться, когда это будет время. А время наверняка придет, когда команда заиграет, добьется какого-то результата. Тогда можно как-то себя... А так сегодня хочется побольше спрятаться от этих плохих глаз и заниматься своим любимым делом. Вот когда я берусь за какое-то дело, и передо мной ставится задача, вот какая-то конкретная, как сегодня, я не стесняюсь, надо быть в тройке, создать такую команду и постараться быть в тройке. Так вот, это было всегда и в сборной. Все, когда я берусь за какое-то выполнение задачи и не выполняю ее, я честно подаю в отставку, а там уже всякое бывает. Во время перерыва активно разминается, а после выходит на поле 21-летний вратарь «Торпедо» Алексей Козлов. Играет как Петр Чех в шлеме. Было столкновение с защитником, он попал мне ногой в висок. Вот я потерял сознание. Вот. Ну, восстановился, сейчас все нормально. Это в каком матче было? Это в первенстве дублирующих составов. Это обычный регбийный шлем, в магазине «Декатлон» продается. Сколько стоит? Я не помню уже. Вот, я не помню цену. Папа покупал. Но всегда опасно, есть всегда риск получить по голове, поэтому я думаю, лучше защититься. И тем более, да, Петр Чех, великий вратарь, и я думаю, играть в шлеме, для меня это здорово. Пока мир стремительно идет, даже бежит вперед, мы тоже развиваемся, но гораздо медленнее. Тренеры виноваты, но не только они, говорит главный в Витебске Сергей Ясинский. Очень бы хотелось, чтобы было больше индивидуально сильных футболистов. Раньше сколько в молодежной сборной было интересных футболистов. Раньше молодежная сборная почти вся играла в стартовых составах высшей лиги. Сегодня, если взять прошлый сезон, из молодежки там 3-4 человека играют только в высшей лиге. Остальные или в дублях, или в первой. Зато Беларусь в последние годы преуспела в борьбе с договорными матчами. Сергей Ясинский признается, странные вещи рядом замечал, но предпочитает оставаться футбольным романтиком. Должно же что-то святое оставаться в этой жизни, кроме там семьи, еще чуть-чуть шире должно. Не все должно переходить в ранг «приносит прибыль, не приносит». Это так мы начнем продавать сначала игры, потом, не дай бог, родину. Это я, конечно, утрирую, но в принципе направление-то в эту сторону. Почему кто-то соглашается, а кто-то нет?
Ну, потому что у кого-то есть внутри какие-то моральные принципы, какой-то стержень. Ну, а у кого-то это, так мягко выражаясь, отсутствует, да. Есть вещи более, скажем так, вообще не подверженные этому счету, прибыли, копейкам этим всем, долларам. Вот. Есть вещи, они сегодня звучат как святые, но вообще-то они обычные, и они должны быть в этой жизни, иначе у нас получится не жизнь, а базар какой-то. Турнир памяти Валентина Белькевича начался в Минске. Вспоминать о безвременно ушедшем от нас Валике, о его таланте – это самое малое, что могут сделать все те, кто вырос во времена, когда Валик блистал. Он сторонился публичности, и поэтому тоже его карьера и жизнь в целом оставили чувство недосказанности. Юношеский турнир – не только возможность услышать о Белькевиче что-то новое, но и дискуссионная площадка. Почему таких нестандартных игроков, как Валик, сегодня в Беларуси просто нет? Организовать турнир непросто, еще сложнее, а соответственно дороже провести международное соревнование. Поэтому пока турнир памяти Валентина Белькевича проходит с участием только белорусских команд. Мемориал включает в себя 7 туров. Игры пройдут в манежах Минска, Бреста, Гродно и Гомеля. Федерация футбола, Динамо, друзья Валика в числе организаторов. Когда пришла вот эта идея с разъездами всю популяризацию сделать именно футбола и Валика, все сразу же откликнулись, даже никто ничего не думал. Были взносы по 1000 рублей. Ну, это на судьи, там, на все. Все сразу же, все перечислено, и все даже сказали, мы только двумя руками. Кто откликнулся, тебе помогает, кто сколько там может, там, кто подарки там закроет, вот Nike, там, Саша Хацкевич, там, тоже перечислил. Ну, я говорю, там, ходил, кто помог, тот помог. Спасибо всем тем людям, те, кто откликнулся. И уважают, и знали Валик. Отец Валентина не мог пропустить матч открытия. Память о сыне должна и будет жить. Спасибо организаторам, говорит Николай Николаевич, но все же не скрывает своих переживаний. Без поддержки, особенно вот Юрий Бергейчик, который был тоже другом Валика, я думаю, что, наверное, не все бы получилось так, как хотелось бы. Ну и дай бог, чтобы вот этот турнир не стал сегодня калифом на час. То есть провели сегодня и забыли, чтобы этот турнир стал уже ежегодным, чтобы в конечном итоге, я уже так подумал, буду искать какие-то средства, сделать какой-то переходящий приз. Ну, я уже думал так, вначале мяч, но потом подумал, что мячей у нас много. А вот именно Буца его с номером 8, вот это типа золотой Буца, переходящий приз. То есть такую даже задумку я уже обсуждал с Шомовым, со скульптором, который вот делал барельефную доску. Когда у него проблема была с допингом с этим? Я увидел, какой-то скромный, беззащитный человек. Ему там что-то болело колено, что-то съел, его лишили вот этого какого-то, ну, времени играть в футбол. Мать, я видел, какой это просто застенчивый парень тогда. Я подумал, ну, вообще с таким характером, наверное, сложно в футболе быть выдающимся, ну, по крайней мере, известным человеком. Оказывается, нет. Можно быть скромным, не публичным, а играть гениально. Юрий Вергейчик в воскресенье был рядом с отцом. Разумеется, выступил на открытии турнира. Говорить о тех, кто покинул наш мир, всегда сложно. Втройне горько вспоминать друга. Можно ряд историй рассказать, когда мы там приехали в Баварию, Мюнхен, и нам, скажем, лекцию читал Ван Галь. Ему задавали много вопросов. Ну и Валик, как всегда, он же не может без шуток этих футбольных. Попросил меня, говорит, спроси у него там через переводчика, как он с Динамо Киевом сыграл там, в четвертьфинале, по-моему, Лиги Чемпионов. Киевская Динамо выиграла. Так что для меня, конечно, это большая потеря. Но я всегда говорю, Бог дал, Бог взял. Вы знаете, участь талантливых людей, как часто это бывает. Поэтому Валентин, очень бы хотелось сегодня иметь таких футболистов в нашей сборной. Потому что, но их нет. К сожалению, мы должны все вместе задуматься, почему их нет. Потому что вот раньше же они были, да. 30% талант, 70% трудолюбие. Так описывает отец Валентина одаренность сына. Сегодня не все футболисты хотят вкалывать на поле. Отсюда в том числе и вытекает страшная проблема современности. Договорные матчи, считает Николай Николаевич. Еще вот обсуждая этот вопрос
с Иваном Ивановичем Савосиком, с Сергеенко обсуждая, я говорил так: ребята, не надо нам сегодня такое количество команд высшей лиги. 8 команд, 3 круга. Создайте сегодня нормальный чемпионат, где игры будут непроходные, где когда букмекерам будет тяжело, попробуйте вот сегодня подкупить именно вот в гандбол я беру, СКА и БГК Мешкова. Кого там подкупишь? Там они бьются, действительно, они сражаются. Или возьмите другие клубы европейские, когда там мы знаем сильнейшие клубы, которые на лидирующих позициях. Там кого-то подкупишь ты? Да никого ты не подкупишь, так и здесь. А у нас сделали так, проходники вот эти, знаете, ну, сдали очки, ну и получили там тех, спасли, а себе, если не заработали сумму определенную. По тем контрактам даже с зарубежными партнерами, которые есть у нас, ну, у нас пока тьфу-тьфу-тьфу на сегодня ситуация, скажем так, контролируемая. Это типа что-то там вместе боремся, да? Но есть вещи, о которых вслух не говорят. Я знаю, что в других странах, которые находятся недалеко от нас, есть сигналы, что там очень большое количество. У нас на сегодня пока по этому сезону, который прошел, подозрительных игр ноль. Поэтому здесь мы работаем же не одни, мы же работаем с Европой, с нашими партнерами, которые нам сигнализируют, где что, чего и какие ставки происходят и все остальное. Вот я, наверное, вернусь к этой теме, когда мы проиграли Украине. Вот тогда было обидно, особенно когда он сказал, Валик сказал, что я отказываюсь играть за сборную, обвинив его и Хацкевича в сдаче этой игры. Вся беда в том, что он плакал и говорил, папа говорит, почему говорит, меня обвиняют, я никакого отношения к этому вообще не имел и не имею. Тем более, говорит, я имел самую высокую зарплату в киевском «Динамо». Спрашивается, для чего? Для того, чтобы потом опозориться перед своими болельщиками, перед республикой. Говорить о Валентине можно долго в сердце. Тех, кто помнит его в деле, рано от утраты кумира открытой останется всегда. Турнир памяти Валентина Белькевича 7 февраля продолжится в Гомеле, а завершится 21 марта в Минске. Человек жив, пока о нем помнят. Известный белорусский велогонщик Василий Кириенко в возрасте 38 лет объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Огромные нагрузки профессионального спорта и возможности сердца оказались несовместимы. Врачи посоветовали закончить. Кириенко является многократным участником Джиро д'Италия. Трижды становился победителем этапов веломногодневки, а также этапа Вуэльты. В 2015 году выиграл чемпионат мира на шоссе и треке. Четырехкратный чемпион Беларуси. Дважды выигрывал Европейские игры. Спорткадр встретил Василия в аэропорту и видел, как он пустил слезу. Поэтому первым делом спросили, как здоровье. Давайте послушаем. Ну, на самом деле, я приехал в семью домой. С предпоследнего чемпионата мира, когда уже вроде как готов хорошо, но не выходишь что-то на свои рабочие там обороты. Вот, уже, наверное, чувствовалось и давало знать. Ну и, скажем, я ехал на сбор в декабре уже с опасением, что будет тот же самый так, диагноз на медобследовании. И, в принципе, в январе уже дети у меня когда спросили, насколько ты уезжаешь, говорю, не знаю, может на неделю, может на две, может на 2 месяца. У меня как бы диагноз такой, что он уже никуда не денется. Команда не лукавит ни в коем случае. То есть и сейчас телефон рядом, значит, нахожусь под контролем, как бы, потому что мне поставили в том числе датчик мониторинга подкожный. И это порядка 3 лет они будут видеть все мои какие-то. Если есть что-то, нет что-то. Я бы хотел немножко внимание заострить. Именно это, скорее всего, не просто от спорта, а это, видимо, его вирусное происхождение. И поэтому это, возможно, была где-то нагрузка на болезнь, на температурное состояние. Или же вот я пережил, где-то мне сказали, там 3 вируса у меня был контакт. То есть именно те, которые могут, ну там 2 из них могут давать такие осложнения. В
Денис Матвеев должен интересовать спортивную прессу как новый главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу. И наше интервью не может обойтись без вопросов о том, как 42-летний мужчина будет справляться с красивыми, характерными девушками. Однако впечатляет и судьба этого человека. Свою среднюю волейбольную карьеру он рано закончил из-за травмы. Семью пришлось кормить благодаря работе в автосервисе и даже подработке в киношных эпизодах. Он не потерялся и смог вернуться в спорт. Более того, еще 12 лет назад осуществил мечту любого игрока или тренера – поехал на Олимпиаду. Андрей Козлов знает больше о новом рулевом команды. Был у меня и «Облгаз». Это целый период, которым я, в принципе, посвятил себя именно в Витебске. Начинал и сторожем, и диспетчером, и оператором ЭВМ, и инженером, и мастером газового хозяйства. В принципе, вот в том поиске, в котором вы говорите, это хорошо, когда ты все-таки находишь себя. На самом деле, самое страшное, что можно в этом поиске до конца дней остаться. Мы очень были зависимы в то время. То есть у меня семья была, двое детей. То есть это, если брать, допустим, наши именно реалии белорусские, то вы знаете, что каждый молодой специалист, который начинает работать в какой-то компании, он привязывается к квартирой, к каким-то кредитам. Вот. И этот кредит он на 40 лет там, и так далее. То есть, по сути, для меня вот на тот момент мое внутреннее состояние оно вызывало такой протест и революцию, потому что я не мог никак смириться с тем, что я теперь 40 лет буду сидеть в одной компании, делать вот ту работу, которая мне не по духу, не по сердцу, ради квартиры или ради какого-то, я не знаю, там, ну, стандартного комфортного состояния, стабильного для своих близких. Ну, это не мое место. То есть я это понимал и ощущал полностью фибрами всеми свое тело. Я понимал, что мне просто разрывало изнутри, у меня куда-то было бежать, куда-то уезжать, потому что это не то, совсем не то, это не так. Конечно, перспективы были, я же заканчивал ПГУ, то есть Полоцкий государственный университет, там у нас газоснабжение, вентиляция воздушных бассейнов, факультет, сопромат защитил, то есть это было третье высшее образование, помимо моих гуманитарных вузов. Ваше отношение к совмещению в волейболе? Была бы эта команда «Динамо Москва» или, допустим, какая-нибудь «Казань», образно говоря, вот тогда, конечно, об совмещении речи нет. А напомните, контракт со сборной Беларуси у вас в каком формате заключен и, ну, какой срок? В этом формате всегда заключается на год. Здесь нет, там, на долгосрочный период, никто сейчас никого не заключает, смысла нет. Сборная страны, да, ну, реально девушки очень серьезного уровня, но при этом очень непростые, я думаю, да, в силу того, что они уже много повидали, да. Есть какое-то у вас опасение в связи с этим? И вот как вообще с женской психологией вот в формате сборной Беларуси можно там как-то регулировать некоторые моменты? Ну, я считаю, что основное это важно. Честность в своих отношениях, то есть правда в отношениях тренера и игрока. Люди все же понимают, что сборную не идут за деньгами, никто же сюда не идет зарабатывать. Все понимают, что сборная – это честь страны, честь Родины, за которую ты должен положить свое здоровье на алтарь. Вот если же где-то будет лукавство и недоверие, вот тогда это уже дорога в один конец. Какой результат эта сборная, ну, может сейчас вот максимальный достичь? Ну, честно, я считаю, что Беларусь может вот в данном формате и с такими игроками в пятерке быть. Вот пятерки Европы, я считаю, это реальная задача. Неделю назад я с Анастасией Горелько общался, которая в Ленинградке сейчас выступает. Я ее спросил про Олимпиаду, но она как-то очень честно и глубоко ответила. Олимпийская мечта в ближайшие годы для сборной Беларуси – это невосполнимая мечта. Вряд ли. Вряд ли, потому что, ну, мне кажется, все равно наш белорусский волейбол отстает от европейского и от мирового. Я на Олимпиаде был только со сборной Казахстана. Вы понимаете, это немножко разные форматы отбора. И азиатский отбор, он имеет возможность немножечко полегче отобраться через Азию. В Европе, к сожалению, тут очень много конкурентов. Понимаешь, что должна быть какая-то такая государственная программа, прям целенаправленная, направленная именно на попадание в Олимпийские игры. Без этого не попасть? Ну, это просто как пальцем какие-то там, не знаю, пальцем небо тыкнуть или мечтать, стоя на земле, там, мечтать о самолете. То есть вот типа такой истории. Очень сумасшедший потенциал в Беларуси. Именно вот я говорю по кадрам, именно в игровом плане можно найти супер игрока, которого можно еще развивать и выводить на топ.
Но здесь не выстроен еще такой вот момент сохранения этих игроков в стране, чтобы они именно здесь накапливались. То есть они, их, чтобы их куда-нибудь там не увозили, не покупали там и не перекупали другие клубы. Опять же, вот этот формат Суперлиги России, Мичанка, да, она сейчас под ударом. Под каким ударом? Не имея таких сумасшедших контрактов, да, и по сути их не платят в Беларуси, и у них нет таких возможностей платить деньги, чтобы удерживать игрока в стране. А клубы топы, имея совершенно другие возможности, спокойно могут перекупить и уже забрать. Мне кажется, сначала здесь надо, помимо вот одной команды, которая Мичанка участвует в Суперлиге, можно, я говорю еще раз, расширять этот диапазон. Вторую команду в Суперлигу? Команду Суперлигу. Но это дорого. Так это вот я про это и говорю, это же деньги, это же надо развиваться, это же надо вкладывать. У нас даже много чего, инфраструктура как развита. Я вот сколько смотрю, сколько залов построено уже в том же Минске, да, сколько в регионах там залы стоят. По сути-то в любом областном центре можно создавать хорошую команду, тренировать, есть условия, но чего-то не хватает, нет денег просто, вот и все. А в России они есть. Поэтому там, в регионах, наоборот, там другая история. Там деньги не так осваиваются грамотно и правильно. Они есть, эти деньги, но они не доходят до строительства залов и так далее. В Беларуси, я считаю, для этого все есть. Просто надо много вот грамотно и правильно сопоставить менеджмент. Вот и деньги. Соболенко, Азаренко, Соснович, Морозова, Говорцова. Это состав белорусской сборной на полуфинал Кубка Федерации. В Нидерландах на неделе запланировано главное спортивное событие для Беларуси. Если смотреть на рейтинг на момент объявления составов, то позиции наших выглядят как будто бы предпочтительные. Но оранжевые получили домашнюю прописку матча и назначили тип покрытия – грунт. Сложно припомнить белорусские победы при медленном отскоке мяча от земли. Откровенно не впечатляют и наши девушки на старте сезона. Елена Горельщик поехала в лагерь белорусской сборной и узнала, что белорусские позиции еще и не такие крепкие, как об этом свидетельствует заявка на матч. Конечно, это не совсем сезонно, потому что грунтовый сезон начинается в апреле, но уже потихоньку, можно сказать, и перестроились. По настроению в команде я вижу, что девчонки как раз-таки очень настроены. И, ну, раз вы нам грунт, значит, мы вам покажем мега-игру на грунте. Поэтому здесь мы настроены серьезно. В Нидерланды Соснович и Соболенко прилетели из Беларуси, Ольга Говорцова из Франции, где на одном из турниров дошла до полуфинала. Сейчас, в принципе, получается та же ситуация. У нас два явных игрока, и все-таки Ольга Говорцова – это наш, скажем так, человек, который добавился и которая такая, наверное, чуть темная лошадка для голландок, я думаю. Но, тем не менее, она показывает сейчас очень хороший, уверенный теннис. Виктория Азаренко тоже в заявке, но ее присутствие на гаагских кортах призрачно. Теннисистка все еще пытается урегулировать семейные вопросы в суде и пока не может покинуть пределы США. Это не то чтобы знак уважения, это наш самоопытный игрок. То есть, если Виктория приедет, это огромный плюс команде, и мы ее ждем. И до последнего будем надеяться, что все-таки ее ситуация разрешится, и она сможет приехать. Вероятность есть, да, что разрешится? Вероятность есть, но минимальная. Сборную Нидерландов, как и в матче в Минске, вновь осчастливила своим присутствием Кики Бертенс, игрок первой десятки, а точнее восьмая ракетка мира, согласно обновленному рейтингу. В топ-8 и Аранча Рус на турнире во Франции, где выступала Ольга Говорцова, она дошла до финала. Кстати, проиграла той же сопернице, что и белоруска. В топ-200 Лесли Керхов да Инди де Фроме и главное парное оружие наших соперниц. 14-я ракетка мира в рейтинге дуэтов Демис Фюрс. Какой-то там мега сыгранной пары у них нет. У них просто есть хорошая парница, которая стоит 14, да. И у них есть Бертенс, которая стоит 10 в одиночке. Но у нас есть опыт предыдущей игры с ними, поэтому я думаю, что все-таки 50 на 50. 7 февраля команды сыграют две одиночные встречи, 8-го сразу три поединка, один из которых парный. Победитель этого противостояния выйдет в финал мировой группы. В этом году турнир сменит формат. В апреле в Будапеште сыграют 12 сборных. Финал будет длиться 6 дней, а его призовой фонд составит 12 миллионов долларов для игроков и 6 для национальных федераций.
И это все на сегодня. Агентство теленовостей представляет проект «Спорткадр» на «Беларусь-5». Еще увидимся.